Эй, привет, друзья! Сейчас я пользуюсь снова этим уникальным изобретением чуда науки. Итак, друзья, привет! О чем сегодня я с вами хочу поговорить? А поговорить я хочу с вами об неком и еще одном продукте компании, которая произвела у нас Boom Beach, Clash of Clans. Также она у нас произвела такую замечательную игру, как Clash Royale. Сказать по правде, поиграв немного, ну, скажем так, есть какая-то помесь Clash и Boom. Не знаю, мне кажется, они просто кружат вокруг своих детищ и пытаются как-то, ну, в общем, переиграть уже переигранное. Ну, в принципе, игра банальная, если честно, то есть, сейчас поговорю о ней более подробно, вот. Более подробно поговорю, значит, ну, красивый интерфейс, интересные, то есть, картиночки, интересные персонажи, добавлена популярная тематика нынешняя, это игра в карты, то есть, карточная фишка, вот, в принципе, также есть вот такие вот сундучки, которые необходимо открывать, в которых у нас есть карты, и, в общем, и т.д., и т.п., вот, обновление произошло новое, там добавилось некоторое количество карт. Вот, открываем сундучок. Так, ради просто интереса. То есть, в нем могут быть карты, которые улучшают. Вот, за которые можно улучшить. Улучшить можно вот тут вот. Вот у нас есть новый персонаж. Это Валькирия. Персонажи, в общем, могут быть улучшены вот таким образом. Вот, тут мы сразу получаем всю информацию о том, как. И у нас уже лучница третьего уровня. Ну да, надо, ага. И тут она тоже у нас, смотрите, у нас есть три игровые колоды, которые можно менять в зависимости от того, как вы захотите. Вот, но карты выскакивают абсолютно в произвольном характере. Вот, мы сейчас думаем, в какой из колод нам кого поменять. Вот. Я сейчас подумаю немножечко. Просто Валькирия такая штука, если честно. Мне кажется, она... То есть, ну такая. Женщина-огонь. Вот. И сейчас я вам покажу. Ну, давайте уберем вот лучниц. Ну вот да, лучницы. Уберем лучниц. Из третьей колоды у нас... Блин, не убрал я лучницу из третьей колоды. А, нет, убрал, все отлично. Просто можно в каждую колоду добавить, то есть, персонажей. Также у нас здесь есть такая штука, как ТВ. То есть, ну, раньше в Клэше у вас было просто сообщение, что вас атаковали, и вы можете... А здесь вы можете посмотреть, ну, там, различные сражения между чего-то и как. Плюс, можно писать сообщение в чате. Вот. Так, сейчас еще один сундучок откроем и посмотрим, что у нас там. Ну, если честно, приятненько, как будто там сюрпризик какой-то, что ли. Что-то вот такого вот характера. Вот, ну, количество карт, естественно, увеличивается с каждым разом. Вот, бесплатные сундуки. Есть у нас такая же фишечка вот здесь вот. Это вот я пытаюсь... Чтобы вы видели, да, это такая же фишечка, как и с атаками, и она тоже там за короны открывается. Вот я не открыл еще большой сундук, который завоевал, хочу посмотреть, что же в нем. А в нем должно быть много денег, в нем одна карта стрел, в нем одна карта, ого, в нем 7 было карт бомбастеров. Подрывники, кстати, здесь очень здоровские, то есть не такие, как в Clash. То есть это парень не бежит с разъяренными глазами и не втыкается, в общем, в стену. Этот парень бросает бомбочки, и я вам скажу, блин, рульный малый, вот серьезно. Я вам сейчас продемонстрирую его. Так, кого же? Ну, вот честно, обстрел, лучный обстрел довольно-таки бесполезен. Но сейчас я вам продемонстрирую одну из атак. Не говорю, что она будет сейчас прям вот ты тыщи все, и я, короче, прям вот. А, кстати, сундук можно бесплатно открывать только один, и в нем есть время определенное. Соответственно, чем круче сундук, тем дольше его открывать.
Вот, попробую сейчас в бой. Игроки подбираются, я так думаю, по принципу побед. Поэтому, в общем, я сейчас не играю без этих сундуков. Вот, ну игра банальная просто до ужаса. То есть надо банально, в общем, тыкать пацанов. Вот фишка такая, главное, в общем, их поближе кидануть. Я вот играю по принципу банальному. То есть чисто, в общем, пресс. Пресс. Кто-то говорит, что вот есть какая-то... Оп, обстрелял. Метода типа из серии, мол, этот... Ну, что, мол, ты там давай в легенькими месси там одно, а вот как бы другими... Вот я вам сейчас продемонстрирую паренька, он прям, ух, достоин. Вот, типа легенькими месси одну вышку, а вот... как бы вот сильными персонажами неси вот как бы вот вторую вышку, и будет тебе счастье. Вот. Не знаю, как, насколько это правдоподобно, но, в общем, до победы нам осталось немножко. Нам нужен гик, чтобы закончить. Я надеюсь, тут такая же фишка, как и в этом. Я надеюсь, мы успеем закончить, прежде чем... Ну, сейчас вот и у нас будет карта. Ну, я думаю, мы успеем раньше, чем все. В принципе, ну, победил он одну нам корону, но мы снесли ему три. Вот. Такая же тема, как в Clash of... в Boom Beach. То есть, снес, получил счастье. Не снес, не получил счастье. То есть, в основу... Вот, видите, опять я получил золотой сундук. Ограничения, ну, честно, не вижу смысла набивать себе больше вот побед, потому что система очень простая. Кидает вас в победы, ну, от одной победы к другой по кубкам. А если у вас будут карты не прокачаны, то смысл, допустим, тягаться на вот таких уровнях. То есть здесь вы не можете подобрать себе сами соперника, вы можете вот только потренироваться. Но тренировки, в общем, также без, скажем так, без каких-либо наград. Я вообще не уверен, что за тренировки что-то идет. Ну просто, то есть, как вы будете действовать в той или иной ситуации. Какой состав войск лучше всего подобрать. Вот, и в общем многое другое. То есть, можно подождать, пока у вас зальется все, потом кинуть разом все и бросить все на одну сторону и, в общем, дико этому радоваться. Вот, видите, оп, и все, оборонка слегла. И сейчас нас бьют. Хотя мы вроде бьем там, но нас как бы вот тоже бьют нехило. Оп, ну, в общем, как бы это вот не очень хорошо, потому что высаживать, ну, это компьютер, и он может, ну, глупит, а я бы высаживал, то есть, чтобы меньше бежали, и уже прям вот, сразу, на подходе к непосредственно высаживал бы, потому что тогда в этой ситуации меньше времени на добег, и то есть больше времени на атаку. Вот. Сейчас приостановим парней. Ну, тут, кстати, ограниченное время такой же атаки, как и... Вот сейчас на нас там глобально бегут. Просто глобально. Я, кстати, зря потратил карту на столь незначительного персонажа. Я, если честно, не знаю, что за бочонок такой. Ага. Здорово. То есть он бросается там и, в общем, приколюшно. Ну вот, видите, то есть как бы вот меня сейчас, я вот как бы только пытаюсь отбиваться, то есть атака как таковая не идет. Я пытаюсь чисто вот отбиваться. Хотя основная задача — это вот положить короля. Короля вот реально короля можно положить вот несколькими фишками. Это вот либо гики. Гик в составе, гик с кем-то, то есть это вообще здорово. То есть вот кидаем, сейчас мы подождем, пока лучницы пройдут. Вот, кидаем гика, кидаем дракона и помчали. Вот, а здесь мы пока попробуем отбиться вот таким вот путем. Я, короче, играю тупо до ужаса. То есть тупо с одной стороны жму всем, чем есть. Вот и пофиг, что это. Просто, то есть, вот, то есть они таким образом долетают. И вот под концовочку еще и обстрел из бомбич, чтобы уж наверняка.
Вот, под конец, кстати, сражения очень много начинают давать маны, все ускоряется вам. Вот, и тут. А еще бывает, когда спорные моменты, ну вот сейчас я как бы проигрываю, но этот залп должен. Нет, представляете, чуточек. Вот. Не успел. Вот, нет, дали нам минуту и все, видите? И то есть мы сейчас победим. Я надеюсь, если нам не вынесут раньше, надо вот представляю, это смешно до ужаса, буквально, то есть, ну, в общем, вы видели. Это вот, в общем, очень непредсказуемая игра. Что могу еще сказать? Я вот не вижу смысла играть в нее очень часто, честно. Почему? Ну, потому что, блин, это ж. Еще не знаю, как колоды, то есть они берутся все три с собой. Либо как-то вот одна берется, а другая вот. Ну, я вот думаю подругу поменять, потому что она 4, конечно, стоит, но она реально рульная. Вот. Также вы можете здесь всякие фишечки поднакупать, то есть карты можно купить. Вот. Карточный магазин, можете купить здесь себе карты, можете купить здесь себе камни и все остальное. Здесь вот карты, которые могут быть, которые будут, здесь схватка. То есть, в принципе, довольно-таки очень удобный интерфейс. В общем, я вам рекомендую попробовать. Игрушечка прикольная. Можно поиграться. Думаю, в дальнейшем сделаю клан, как только получится. Во всяком случае, думаю, будет у меня такая возможность. И также хочу обрадовать тех, кто подписан на меня, что у нас появится группа ВКонтакте. Она будет называться Василий Теркин. Неожиданное название, действительно. Вот. Ссылочку я оставлю под видео. Не забывайте, что у нас есть также группа в клан, скажем так, в Boom Beach. В Clash of Clans я пока не хочу создавать клан, потому что у меня, в принципе, мой клан меня вполне пока устраивает. Вот. Но я могу, в общем, создать. Но это в дальнейшем, а пока меня все устраивает. Поэтому, в общем, качайте игрулю, играйте, ставьте лайки и заходите, подписывайтесь на страницу ВКонтакте. Там вы можете пообщаться между собой, потереть, поменяться видео, поприкалываться. Также хочу сказать о том, что с радостью беру тех ребят, которые хотят все-таки заниматься тем же, чем занимаюсь я, и получаю за это, скажем так, небольшие, но денежки. Приятно, приятно получить копеечку за то, что ты сидишь и играешь. Поэтому, ребята, с радостью помогу с партнерской программой. Чем смогу, тем помогу. Расскажу, покажу, как, чего и где. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Василий Теркин. И теперь вы посмотрите так, как я отключаю рефлектор. Оп, пока!